знаете, у нас здесь присутствует на сцене педагог, который для нашей школы является новым преподавателем. Будет работать первый год. Но это художница, которая окончила Суриковский институт и училась вместе с нашими преподавателями некоторыми, знакома давно с Сергеем Николаевичем и с Волокитиной, Беседовой Натальей Владимировной. То есть вот она и новый человек, и в то же время она уже как родной, как свой. И я хочу, чтобы свои впечатления о школе, о коллективе, о той первой практике, которую провела Наталья Викторовна, она рассказала вам, поделилась со всеми нами. Пожалуйста, Наталья. Я в двух словах скажу впечатление о практике. Основное впечатление — вкалывают ребята, как нужно, с утра до вечера. И мне этот настрой такой активный, на отдых они даже внимания вообще не обращали, что лето идет. Для них это была настоящая вот такая трудовая практика с утра до вечера. Вот. И, безусловно, такая работа напряженная, она дает результаты. Потому что талант – это то, что, как говорится, свыше. А добыть вот этот талант и раскрыть – это только можно активным ежедневным трудом. Вот. Также у нас было и в нашей художественной школе СТШ знаменитая, которая, кстати, был директором отец Сергея Николаевича. Вот. И эти традиции, в общем-то, я думаю, перешли и сюда, в эти стены. Потому что без труда и рыбку из пруда не достанешь, и художником тем более никогда не состоится художник, если он не будет трудиться всю свою жизнь. Поэтому если кто-то встанет из вас на профессиональный уже путь художника, то должен понимать, что на первом месте у него все равно будет искусство, а все остальное будет прилагаться. Даже и, к сожалению, все там семья, дети и так далее, оно, конечно, имеет место быть в жизни каждого из нас, но все равно мы в первую очередь художники.